тяну. Бля, я утоп. Да не, выжил, доплывешь. Отлично. Я грустный. Я как Человек-паук, блядь, в том меме грустно иду. Кровать должна быть в помещении. Кровать должна быть... Иисус, кровать! Уау! Бля, хату вам построил, пришел кто-то, занял, блядь, сразу. Нормально тут кровати поставил. О, шик, пацаны, занимайте кровати. А, кровать должна быть рядом с костром. Да. Ща, этот костер снимаем. А как ты умер? Эй, Ктюр, объединяйся. Да камон, мы только игру начали, какого черта? О, кабан! О, лут! Реально бесплатный лут, пацаны! Блять, кабан! Я не хочу тебя бить, убегай. Мне сказали тебя не пиздить. Он меня... Я его выебу сейчас. О, он меня выебет! Так, а с подсельнися? Артём вроде сейчас строит. Я нет. Я пытаюсь крышу построить. Ну да, хуесос, и чё дальше? О, блять. Все, спать ложимся? Нет. Как кровать крафтить? В молоте, в мебели. То есть еще для кровати помещение надо будет. Кровать должна быть под крышей. Да ты заебал меня, объебанец. Hello, Gordon. Блять, я бы тебя прям сейчас дал. Я бы не советовал рубить тут это дерево рядом с домом Артема, Данил. ПВП режим включен. Стелф. Пизда моему сараю, блять. Вот сараев? Сейчас включим. A few moments later. Зачем играть? Можно просто сесть на камень и под Мацураева смотреть, как кабан плавает там вдали. Блять. Мне кажется, что я съезжаю. Да, ты съезжаешь. Ты съезжаешь. Блять. Че, как делишки, Ир? Да нормально сижу. Груз 400, это, по-моему, еда? Нет? Медикаменты, еда, по-моему. Груз 400, это контуженные. А, блядь. Еда. Друзья, Парни, погодка не плавающая. Да погода не должна плавать. Ты че туда-сюда катаешься? Меня несет, пиздец. Так бухать меньше надо. Куда ты повернул? Ты че? Василий! Ебать волна. Ух, ебать. Ух, ебать. Левее. Еха. Левее. Да мы уже не выйдем, мы в мелководье сейчас стукнемся. Блять. Нормально. Кого нормально? Да если сразу левее дал. Ждем волну, проходим слева. Пацаны, вы чё? Давай. Вы чё носили? Так, на ручник ставь, починимся. Какой ручник? Я буду чинить. Нормально, выплываем, хорошо. О, там камни... О, ё-моё. Блядь. Нет! Оно сейчас разрушится! Мы затонули! Блять, Иван и камень! Что делать-то будем? Что происходит? Покинуть корабль! Капитан первым кричит покинуть корабль, все понятно. Ты быба. Я не быба. А кто ты? Писька. Ок. Не, я плюшка. Не, я булка. Не, я пирожок с мясом. Сейчас вы увидели типичный пример малолетнего дебила.